Как у тебя дела-то? Так у меня дела очень хорошо. Дорогу. Сейчас давай, вот пропустим, люди у нас работают. Мы-то встречаемся, они все работают. Да-да-да, вот у нас с тобой сегодня встреча. Как дела у вас, как дела? Ну, к нам мы еще пойдем, посмотрим потом. Хорошо. Давай, наверное, к тебе сходим. Гости. Давай сначала. Смотрите, с наступающими праздниками вас. И вас. С наступающими, да. Вот. Ну что, пойдемте тогда? Ну, пойдем. Ой, такие вы красивые. Я хорошо сделала. Пожалуйста. Тоша? Да. Тоша, да. Ну, а кто-то ему привет передавать надо или что? Или он к тебе не зашел? Передайте ему, от меня ему привет. Хорошо, Егорке, так и скажем. Привет от Егорки, да? Все, он тебя помнит? Да. А Дед Мороз замечательный. Да. Очень ждал, 10 утра. Ну, а понравились вообще Деду Морозу? Ага. Да? Здравствуйте! Целый год с вами не видели. Это Леонид Михайлов написал книгу, недавно была презентация, и вот один экземпляр с подписью он специально просил, чтобы Нарва подарила Ивангороду. Понаровья от Бунгербурга до Стиринца. Я себе кое-что узнаете. Про себя узнаем, да? Да. Поздравляем всю Эстонию, всех жителей, всех гостей с наступающим Рождеством и с Новым годом. Желаем вас счастья, радости и чтобы всегда у вас была улыбка. И не забывайте, что чудеса получаются не только в Новый год и в Рождество. Дорогие жители Эстонии, поздравляю вас от российской стороны с наступающим Рождеством и Новым годом. Желаю счастья, здоровья. И всего-всего, что вы сами пожелаете, и всегда это все сбудется. Да, вот вы подарили сегодня подарок, да, это какая-то книжка, поподробнее, да, расскажите об истории этой книжки, да, и почему вот именно этот подарок выбрали. Автор Леонид Михайлов буквально недели 2-3 назад презентовал эту книжку в Наре, в нашей библиотеке. Книжка очень такая достаточно серьезная, там собрана история Поноровья. Не Приноровья, а Поноровья. То есть автор, сам автор говорит о том, что вот Приноровья — это река и может быть километров 10, 15, 20 там от нее. А Поноровья — это то, что вдоль реки, вот прямо. И вся река от Чудского озера до
Финского залива и с двух сторон, с двух берегов, о всех поселениях, о всех народностях. Там собраны очень много артефактов, очень много фотографий, документальных каких-то документов исторических. То есть достаточно интересная книжка, и она будет интересна и нашим соседям, потому что и о них тоже там написано. То есть Деду Морозу будет, что в межсезонье, да, заняться, большая, да, книжка? Будет, да, да, изучить историю нашей реки и наших поселений, которые здесь были. Как вообще сегодня ощущение от праздника, встречи Деда Мороза, как настроение? Ну, безусловно, здорово. Это традиционное мероприятие, это... Его ждали, вот Егорка тут, вот шестилетний, уже на мосту стоял, ждал деда, информация была в прессе, и вот он захотел, молодец, дождался, он и поздравления получил, и угощения получил, и сфотографировался с дедами. Конечно, здорово, и это очень позитивное мероприятие, сейчас наши детки порадуются, которым деды пойдут в садик. После обеда ивангородские детки порадуются, да и всем радостно, и взрослые-то тоже ожидают праздники. Хоть они, может быть, и позабыли, что такое вера в Деда Мороза, но сегодня все немножко верят. Такой же вот коллега, вот хороший коллега, вот видно, что с одного теста мы сделаны. Предложение. Будем дружить городами. Будем дружить городами, да. Светлый час, ликуют все ребята. Я очень рад увидеть вас и всех поздравить с Рождеством и с Новым годом. Старается. О! Шшш! Баки-баки-баки-баки!
город Ивангород соседний, вы же знаете, у нас рядом, да? Да. Вот. И город нашу Ларису Владимировну. Добрая традиция, которая сложилась между нами, нашими дружескими городами, соседними городами. Ивангородом, который вы прекрасно знаете, находится рядышком с вами, и Нарвой. У нас есть такая возможность прийти к вам сегодня, поздравить вас, сказать вам добрые слова, пожелать вам всего самого хорошего, кому самого замечательного, наверное, да, праздника, доброго праздника, который у нас предстоит буквально скоро, до Нового года, Рождество. В этом новом 2017 году сбылись все ваши светлые мечты, надежды и помыслы. Благо того, у нас присутствуют два замечательных сказочных героя, которые помогут вам в этом, да, дедушка? Да, обязательно, с вашей помощью мы все поможем. Всего вам самого хорошего и доброго. Вот, ребята, Дед Мороз и Санта-Клаус ваши желания исполнят. А мы, город Нарва, больше всего на свете любим наших детей. Я вас поздравляю тоже с наступающими праздниками и надеюсь, что вы все будете самые лучшие дети на свете. Росли вы и умнели, веселились, песни пели, чтоб всегда звучал ваш смех. С Рождеством и Новым годом! Всех-всех-всех! Спасибо! А наши дети подарим. Сейчас мы вам подарочки подарим. Чтобы не убежали подарочки. Вот, смотрите! Один убежал, поможет вам. Они чем-то отличаются, нет? Или... Отличаются. Чем? Ну, у Дедушки Мороза длиннее шуба. А у Санта-Клауса короткая. А Новый год ты загадал желание? Да. Если не секрет, что? Секрет. И у вас сегодня был необычный праздник, у вас было целых два Деда Мороза. А какой тебе больше понравился? Санта-Клаус. А почему? Красивее? Как твое настроение? Классно ли вы повеселились, потанцевали? Классно. Новым годом пожелаем. И все, чтобы все слушались маму и папу. Лариса Владимировна, ну вот я уже чувствую, что ощущение праздника здесь... Он ближе раньше начинается, да, сегодня праздник уже есть, да. Чем, не знаю, он отличается от, грубо говоря, от того, что в Ивангороде, да, от российского, или то же самое? Я думаю, что, вы знаете, ничем не отличается, потому что главная задача любого праздника – это доставить радость детям. Вот. Что касается взрослых, у них просто выходные дни, и они уже счастливы, что не надо идти на работу. Вот. Просто перенос идет праздника. У нас начинается с Рождества. А в России потом Рождество. Если честно, я в последнее время Рождество люблю больше. Особенно российское православное, потому что это совершенно другое ощущение. Вот. А Новый год – это всегда суета, суматоха. Вот. Но, тем не менее, Дед Мороз, несмотря на Рождество, приходит к нашим детям раньше. Поэтому так вот получается, что уже сейчас в детских садах во всех, как мы сегодня видели, уже идут новогодние праздники, все оформлено. И ну, с 23 числа практически дети до 26-го, до 27-го будут дома, а значит, будут знать уже, что праздник состоялся. Чтобы свои внучки знали, что вчера был праздник в детском саду, она после этого год поплакала, сказала, что все, праздник закончился, уже больше его не будет. То есть у всех вот детей, прежде всего, восприятие праздника – это когда в школе или в детском саду к ним приходят Дед Мороз или Санта-Клаус, как угодно. Детям все равно, кто к ним приходит. Самое главное, что они могут вместе, ну, побыть вместе и порадоваться тому, что есть такие замечательные. Получается, что вот эти вот связи, которые существуют между Нарвой и Ивангородом, они именно в такие дни приобретают
значимость особую. Появляется именно ощущение, что вот мы как такая одна большая семья, потому что все, что мы делаем, это прежде всего направлено на детей и на молодежь. Для меня это очень важно. Потому что молодые должны знать, что соседи – это те, с кем надо дружить. Это те, кого надо любить, это те, кому надо помогать. И отсюда получается вот такая, ну, хорошая перспектива на будущее. Потому что мир становится агрессивным. Вот. А чем больше вот этого добра, тем это лучше. Поэтому молодым мы все время это в голову вкладываем, что рядом большая страна, прекрасная, замечательная. Надо дружить, надо ездить в Петербург, надо знать искусство, культуру России. Чувствуется русская земля, да, Санта? Духом пахнет, да? Духом пахнет русским, да. И снежку побольше. Грязи поменьше. Грязи поменьше. Да, встречаю. Рад вас видеть в России. Мы рады вас видеть здесь у нас на границе. Россия? На границе России-Эстонии, в городе Ивангород. Я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. И пожелать нам в новом году исполнения всех самых сокровенных желаний, удачи всем во всех делах, и чтобы все было в нашей стране хорошо. Будем обеспечивать и защищать рубежи нашей Родины. А Деду Морозу вам хорошего празднования Нового года и не забыть ни одного ребенка. Все были поздравлены. Спасибо, спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. На самом деле мы, да, присутствуем при таком уникальном событии, которое имеет уже, скажем так, определенные корни. Уже 6 лет этому мероприятию, когда мы совместно с Санта-Клаусом, Дедом Морозом, который идет с приглашением, проводим это совместное мероприятие. Вот. Но я могу сказать, что данная традиция, она только развивается на сегодняшний момент, и появляются какие-то новые и новые обстоятельства, которые мы добавляем в эту совместную встречу. Ну, еще раз хочу пожелать всем здоровья, счастья, удачи, успехов в наступающем новом году, чтобы все ваши задумки, все, что вы себе поставили, какие цели, все они вот. А Дед Мороз, Санта-Клаус в этом нам с вами помогут. Спасибо. Ну, и вот можно подарить. Команда стоять, угу. Сидеть, команда выполняется, лежать. Видите, какие послушные собаки. Все, собака стоит.